Ну вот, мы в самом конце Владимирской улицы и в самом начале Андреевского спуска. Сейчас наш подлежит одно весьма любопытное заведение, которое я обнаружил вчера. Или был вчера. Я здесь каждый день бываю. Не путается. Оно здесь лежит немного ниже. Надо держать ухо востро. При таких покрышках не хочу стоять широкий, хоть и зима уже пришла. Вот сюда нам, мы уже на Вознесенскую свернули. Ага, вижу. Логотип светится впереди. Нам сюда. Вот это заведение на Воздвиженской улице называется Ботан. Название красноречивое. Говорит само за себя. Внизу маленькими такими буквочками. Библиотека. Библиотека Ботан. Здравствуйте. Сегодня не поздно? Вы работаете. Отлично. Сделайте, пожалуйста, эспрессо.
может вот здесь пригоститься. Может, плохое местечко. Вот здесь мы ляжем читать. Меня уже разоблачили. Thank you.
лучше все-таки поспать дома. Все. Возвращаем Гондолю свое место. И домой. Даже можно поспать, оказывается. Ну и повязать. Все хорошо, девчонки. До свидания. Так. С 10 до 22 ежедневно. Воздвиженская, 9:19, библиотека Батан. Ой, какой хороший воздух, как свежо-то. Ну, мы тут от Житнего рынка совсем недалеко. Сейчас поворачиваем направо и по валам уходим на Гаванский мост. Да, со славным местечком я познакомился. Можно будет сюда приходить со своей книжкой.